Роман Волознев, 10 лет, житель Минска, ученик 5 класса средней школы и музыкальной школы по классу фортепиано. Музыку сочиняет уже 3 года. Занимается в детской студии арт-группы «Белорусы». Выступал на сцене с президентским оркестром, играет в спектаклях Белорусского государственного музыкального театра. Считает, что для достижения поставленной цели необходимо желание победить. Не случайно его песня звучит как призыв «Лети!». Ночное, я глаза подниму в россыпях ярких, я звезду отыщу, я увижу далекий свет, и звезда прошепчет мне: лети, лети по млечному пути, сияй вдвоем со мною. Закаты, зачем видеть солнце, свет? Ведь мы будем рядом, и я тебе дам ответ. Я сердце успокою холодной пустотою. Лети, лети по млечному пути, сияй вдвоем со мною. Ярче звезд.